учат люди совершенно разных возрастов и абсолютно разных профессий. Англичане говорят «people of all walks of life», люди, идущие по разным дорожкам жизни. Это и директора компаний, которые намереваются вести коммуникацию со своими зарубежными партнерами без переводчика, потому что некоторые темы с помощью нанятого человека со стороны лучше не обсуждать. Это топ-менеджеры компаний, которые работают в импортно-экспортных операциях. У нас таких в Рязани немало. Это те, кто занимается английским ради удовольствия, потому что понимают, что он открывает совершенно новый мир. Кроме тех бесспорных плюсов, которые дает знание иностранных языков и ради которых вы, собственно, их и учите, вам становятся доступными дополнительные бонусы. Это расширение информационных возможностей, живое знакомство с культурой, карьерный рост, развитие интеллекта, улучшение памяти, повышение творческого потенциала.